красоты. Цель проекта – разработать уникальный графический комплекс салона красоты, отличающийся и запоминающийся своим дизайном. Предметом проектирования в дополненном проекте является разработка фирменного стиля, рекламных плакатов и сайта. Салон предоставляет различные услуги – парикмахерский, визаж, массаж, маникюр, косметология, как и любой люкс-салон. Целевая аудитория – это мужчины и женщины, обеспеченные с высоким доходом. Первое, что было сделано, это подбор слов, ассоциирующихся у меня с красотой и роскошью. Такие слова, как стиль, сияние, золото, черный, блик, роскошь, луч. Первые попытки нейминга получились не очень удачные. Shine and shine, двойное сияние. Мне показалось, что это слишком шипящее название, и я решила одно из слов заменить на более атмосферное и контрастное. Анализируя конкурентную среду, я заметила, что часто используют название с временем. Появилось название «Time to shine» – «Время сиять». Но мне показалось, что это тоже не очень красиво звучит, и мне хотелось найти другое, более четкое и ритмичное слово. Я взяла слово «линия» – «line», «shine line» – «сияющая линия» или «линия сияния». Название легко произносится, ритмичное, четкое, хорошо запоминается. «Сияние» – это отличное бьюти-слово. Каждая женщина хочет сиять после похода в салон. Слово «линия» ассоциирует нас с легкостью и изящностью. Сегодня роскошь – это не кричащее изобилие бриллиантов и блеска. Сегодня это утонченный стиль, легкие намеки, тонкие детали. Высокий уровень – это изысканный стильный дизайн, которого я придерживаюсь в своей дипломной работе. Фирменный шрифт и цвет. В нашем мире черный цвет давно стал символом богатства. Сочетание черного и золотого ассоциирует нас с роскошью. Шрифт тонкий, легкий, как линия. Варианты разработки логотипа. Логотип состоял из двух букв S и L. Первый вариант изначально был слишком тяжелый и похож на Yves Saint Laurent. Поэтому мы взяли тонкий шрифт, более линейный, и появилась черно-белая градиентная подложка. Но на ней шрифт немножко терялся, либо был нечитаем. В связи с этим я модернизовала свой логотип. Аудитория, потише. Вот фирменный блок, черно-белый и цветной. Я голосистая. Фирменный блок черно-белый и цветной. Состоит из шрифтовой и знаковой части. На черно-белой градиентной подложке я оставила линии, которые напоминают нам о букву S и L. Легкий полукруг напоминает нам букву S, и тонкая линия напоминает нам букву L. Носители фирменного стиля. Визитка Евростандарт 50x90, бланк, конверт и бейдж. Все выдержано в моей стилеобразующей графике. Рекламные плакаты салона. Рекламные плакаты несут разную задачу, поэтому они выполнены в разной стилистике. Первый рекламный плакат посвящен открытому мастер-классу. Будет располагаться в торговой зоне, в торговом комплексе, где очень много яркого света, ярких акцентов, поэтому он должен максимально был привлекать все внимание и быть ярким. Второй рекламный плакат именно для салона внутри, в помещении, где все лаконично и сдержанно. Поэтому они отличаются между собой, но у них есть общее образующее звено. Это здесь у нас луч возле правого глаза. Тут мы сделали в черной плашке прорезь. Это основное такое связующее звено между нашими двумя плакатами. Сайт. Сайт черный, с яркими акцентами, фотографиями, легкой навигацией. Картинки как яркие акценты. На главной страничке у нас тоже также в световом луче, в поддержку плаката, в зависимости от раздела, в котором мы находимся, картинки тоже в световых лучах. И я в данном случае предлагаю одну схему, у меня этих схем три, три коридора, три схемы. Я показываю только вот в данном случае одну, где четко и понятно, что чтобы просмотреть всех мастеров его работы и записаться, достаточно всего лишь 6 кликов. Также достаточно всего лишь 5 кликов для того, чтобы просмотреть продукт и оформить заказ. И в заключительном этапе я хотела бы показать вам видеопрезентацию своего сайта. Это анимация перед главной загрузочной страничкой. Появляется главная загрузочная страничка, мы выбираем парикмахерские услуги, мастера. Выбираем мастера, выбираем работу. Выбираем время и записываемся к мастеру.
ничего не слышу. Выбрали другой раздел, визаж. Выбираем, что нас интересует. В данном случае выбираем губы, они становятся больше и ярче. Губная помада. Здесь можно выбрать цвет, поменяется его комплект цвет. И оформляем заказ. Картину. Все. Все. Мастер, здесь немножко плохо видно, очень маленький шрифт, только где мастер, написано чуть-чуть биография мастера. Это самый большой раздел, в основном у нас везде просто небольшие только подписи. Это единственное место, где... Везде используется фирменный мой шрифт, который я использую в логотипе Гелиос, он тоненький, легкий, поэтому вот можно... Да, он, ну, вот этот шрифт. Еще раз, выворотка, тоненький и легкий шрифт. Вот как сочетаются эти два параметра? А тоненькие и легкие не могут сочетаться? Это нет, типа, с выворотки, как они сочетаются? Вы не задумывались об этом? Нет, не задумывались. Еще шрифт. Как вы будете в следующий раз подготовиться выбирать шрифт для того, чтобы написать, что на черном. У меня вот вопрос, у вас есть логотип, довольно сложный, но вот когда мы попадаем на сайт, на страницу сайта, мы нигде больше не строим. На главной страничке сайта. На главной страничке, то есть когда мы уже в теле, мы это не можем строить. И я смотрю, в плане тоже будет там черный, да? И черный конверт, у вас конверт с целью интересует? Ну, да. На самом деле, она, конечно, учтет все
разумные, конечно, претензии к своей работе, но она действительно предполагает эту работу внедрить. Мне вот еще это импонирует, потому что наши студенты выходят даже в такое достаточно серьезное кризисное время не растерявшимися и опечаленными, а достаточно воодушевленными и знающими, как они применят свои знания, достаточно широкие. То есть она может поработать у нас и визажистом, и дизайнером, и маркетологом, и с оптимизмом смотрит в будущее. Спасибо. Сказать большое спасибо за внимание и, конечно, тому руководителю, мы как бы сами возили. Спасибо, что верили, поддерживали, и вам, Лера, что вы тоже нас тоже очень поддерживали. Спасибо большое. Спасибо. Уважаемая публика, поздравляем всех защитившихся уже в первой половине. А комиссия на час, наверное, перерывемся. Рекомендую тоже пройти прогуляться, хорошая погода. И через час...